Всем привет, дорогие друзья, с вами Варун. Сегодня мы рассмотрим билды на Tekko Prime. Присаживайся поудобнее, ну а мы начинаем. Первый билд исключительно для тех, кто любит играть через комбо-множитель. Использую статус вируса, так как доминирующим уроном является разрез. Перейдем к тестированию. Второй билд сбалансирован, не требует комбо-множителя для нанесения максимального урона. Решил добавить крушающий удар, дабы лишить брони противника. Для тех, кто считает данный мод сомнительным, советую заменить его на силу гладиатора и поднять тем самым множитель крит урона. Перейдем к тестам. По итогу мы имеем отличное оружие с хорошим показателем шанса и множителя критического урона. Tekko Prime имеет наибольший шанс статуса среди кулаков. Из минусов это небольшая зона поражения. На этом у меня все. Копируй билды, играй и получай удовольствие. С тобой был Варунс. Пока-пока.